сейчас в музее Камона. Здесь можно вот спокойненько перекусить, выпить пиво в абсолютно демократичной, свободной атмосфере. Ну, Камон висит здесь со всех сторон. Место оказалось очень колоритно. Здесь, короче, все... это, короче, не музей Камона. Здесь все пьют, едят, закусывают, разговаривают, общаются. Это такое местечко необычное. Моим данным это площадь, где начинаются все отсчеты. Здесь нулевой километр. Сейчас здесь готовится какой-то перформанс. Какие-то девушки в купальниках. Сейчас мы посмотрим, может быть, что-то будет интересное. Затаримся, короче, и покушаем хамон за 1 евро нашла. Так, у нас здесь два вида хамона. Это иберик, который считается самым хорошим, и курага. И традиционный напиток сангрию, но, правда, без фрукты. Фрукты будем добавлять сами желание. Водичка. Чай и санкционный сыр. Вечерний променад вечернего Мадрида.